Доброе утро, Потаевка. Эх, наша комета. Третья пошла в отсечку. На волю в пампасы. Ого. Весь на диодах. Смотрите, какую скорость это показывает. Типа гоночный. Сити лимит, но какой, неизвестно. Чтобы какой-нибудь слон не выбежал из кустов. Или кто здесь водится. Такие места, что кажется, что может кто угодно выскочить. И слон, и тигр. Это типа со сцепухи. С газа что-то он не любит вставать тоже. 14 километров. А, здесь вообще тупик. Ого, зверюга какая пробежала. Ебать, я даже не успел рассмотреть, что это. Мне кажется, это значит, что лучше никуда не ехать. Это выдра, что ли? Надо хотя бы подождать, пока высохнет все это мочмало. Надеть на локотники. Залезть, блин. О, кто-то ездил. Ебать, колупать. Я как-то уже туда поехал, еле. Еле съехал назад потом. Ну, один раз надо съездить, посмотреть.
даже не съездить, а слазить. Туда заехать туда не получится. О, здесь вообще не, блин, прет. Зумер этот. И даже стоять-то, стоять сложно. Потому что соскальзывает. Вообще, нахрена я сюда полез? Это пиздец. А вот здесь я в прошлый раз не пролез. А дальше уже легко. А что, есть куда дальше? Да. Да, кто сюда залез, тот уже дальше доедет. Вот эту дорогу, вот это я понимаю. Слушай, а может там другой будет спуск? Не обязательно по ней возвращаться. Это было бы круто, конечно. Уж спускаться это даже труднее, чем залезать. Ой, здесь еще не все. Вот это я немножко не туда залез. Жалко, камера не передает, это просто, скажу, нереально. Нереальная круче. На ней просто мопед не держится. Он стоит только за счет буксующего заднего колеса. То есть, если он заглохнет, мы просто съехали бы назад. И съезжать по такой горе как раз фигово. Даже хуже, чем заезжать. Я думал, наверху будет смотровая. Что-то я не... Здесь мы уже непонятно. Вниз, что ли, уже едем? Да. Думаю, там с мачете расчистили окошко. Я не пойму, как эту хуйню объехать. Прям посередине, что ли, ползти. Поразительная проходимость. Видимо, широкенькие колесики вот эти, они
Ну вообще, я когда ездил на Z1000, Z900, тоже удивлялся проходимости. Но широкое колесо, оно творит чудеса. Ёптвля, это еще что? Похоже, это еще не та была гора, а вот это, где в тот раз застрял. Только сейчас дождь прошел. Он застрял. Закатили руками. Вот и все. Теперь спуск. Хо-хо. На камушке опуститься мне уже пришлось. Блин, по этой луже-то как ехать? Я не знаю, как там проехали. Там была такая глубина. Я думал, мотик там целиком уйдет. Это самая экстремальная дорога, которая, как сказать, в Паттайе есть. Знаете, почему тайцы поднимают ноги всегда перед лужей? Потому что там хрен знает, что в луже может быть. Какая-то подозрительная дорога в гору. Не дай бог, она здесь единственная. Да, мы на какой-то огромной горе находимся. И жалко, не видно. Да, есть запасные дороги. Не знаю, насколько они лучше этой. Вот, это, наверное, самая высшая точка. О, как ты залез сюда? Я сюда уже tired. I tired, but you. Ну вот, ребята, мы сейчас, наверное, забрались на самую высокую точку Хуайяя. Жалко, здесь деревья не позволяют вот увидеть. Но там за деревьями, в общем, видно все. И Паттайя как на ладони, и все это. Округа, поля, говорят, здесь еще точки смотровые. Велосипедист, да, сюда заехал велосипедист, правда, он попроще какой-то дорогой, говорит, ехал, не этой.
Я самый худший залез сюда. Говорю, что здесь еще есть проще дорога. Что я двигался самым трудным путем. Ну, поехали, посмотрим. Вот забрались сегодня сюда. Здорово. Не знаю, заводить мотор или... Или докатить. Это мне уже... Ну, я имею в виду докатить на самокате, на мотоцикле, не пешком докатить. Как здесь проехать-то лучше? Там же еще обратно. Говорит, потом назад. Назад возвращаться. А, здесь рядом. Ну, даже есть еще одна другая дорога. Вот оно место. Лысая гора, самые все шабуши. Вот оно. Вот оно место. Вот это я понимаю. Доехали. Охренеть. Даже видно чобури или что-то. Сейчас не могу сообразить. Лэмчабан. А, ну Сирача. Шрираджа. Как раньше говорили. Ну офигеть, как с самолета вообще. Стопудово тайцы до прихода буддизма поклонялись такому камню. Или этому. Да ладно, кто-то за цветок посадил в камень. Ого, он прям камень расколол, но ничего себе. И бабочки летают всякие. Ну, это, конечно, не цветок расколол, вот просто так совпало, может быть. Да, он растет. Невероятно, это древние священные камни. Древнее священное место, которое еще не успели церковники отхапать у... у древней религии. Офигенно. И это все на такой высоте, видимо, поэтому здесь еще и не построили. Обычно в таких местах или военная часть, или храм строят. О, здесь тоже растет цветок. Прямо из камня. Ну, его, конечно, сажали. Туда бросали, наверное, семена. Но это не умаляет чудо. Все равно невероятно. Вот это да. Видите, да? Это женский камень, а тот мужской. Мне даже больше нравится, чем на Самуи. Цветы посадили. Есть еще, видимо, поклонники.
древних культов. Бабочки вьются. Офигенно. И такой шикарный вид. Вот надо на те тоже горы забраться. Я на эту гору давно хотел забраться, но тяжело сюда ехать. Сами видите, уже не с первого раза заехал. И еще неизвестно, съеду или нет отсюда, да? Или здесь останусь. Да не, не гони, поехали. Бабочки порхают. А нам ехать. И ехать в какую-то дикую дорогу опять. Мы сейчас пока едем для начала на другой viewpoint. Так, погодь, а как он сказал, ехать-то туда или сюда? Непонятно. Ну вот, задумался и заехал в грязь. Ну, ее проехали, правда, без проблем абсолютно. Блин, зеркало сломалось. Не угадал. Даже чуть погнулось. Все, чуть-чуть погнулось, все. Так, ладно. Так, едем. Зеркало это. Жертвоприношение, так сказать. Ну, не похоже эта дорога, что на viewpoint. Похоже, что она ведет и вниз. Слишком широкая и удобная. Не знаю, но здесь вообще слишком удобно уже. Ха, ну, тогда все объясняется, как все это сюда затащили. Ого, а кто-то и сюда прямо едет. О, здесь круто. Ну, прям как я заезжал. Ну, здесь ничего такого нового. Почти то же самое. Только Каучичан там видно и Сатахип. Еще что-то. Еще какие-то горы. На них надо тоже, наверное, найти дорогу. Это, везде на какую гору нашли дорогу, построили дорогу, там обязательно делают или храм, или...
Что-то как ехать-то. Или храм там делают, или военную базу какую-нибудь. Так, что-то мотик недоволен. Он у меня такой нытик. Да, братан, это, наверное, вьюпоинт. Это не дорога отсюда. Какой-то бассейн. Ну надо же. А вон дорога куда-то. Интересно, какой самый простой спуск отсюда? Здесь, похоже, несколько их. Уже интересное место. Надо идти смотреть. Посмотрим. Посмотрим. Во-хо. Здесь вырубили растительность. И прекрасный вид открывается. Ну, здесь хорошо видно. Флаг Таиланда упал, что ли? К дереву привязали, наверное. Офигенно. Акация. Плюмерия. Красотища. Вон мы видим там Сичанг, Лэмчабан. Там и дальше. Неклва. Колан, Паттайя. Вот эти все там 9, 10, 11 островов. Сатахип. Каучичан. Охренеть. Голден граммофон. Кто-то курил, уронили флаг. Ветром. Клевер. Не знаю, что на самом деле. Что-то написано. Пожалуйста, не мусорьте, наверное. Я вот понимаю, только коруна. Вон даже урны сделали, ничего себе. О, еда. Песок оставил, еще что-то. Перекусить можно, попить. Не знаю, что там. Тарелочки, посуда. Да, вот хотя бы в урну бросайте. Если уж совсем не в моготу, с собой вниз забрать обратно. Из святого места. Кастрюлю можно варить. Кто-то варит здесь. Вальпургиева ночь. Охрененно. Вот это местечко. Заехать сюда вот только сложно. Я первый раз еле сюда поехал, ободрался, но не заехал. Сейчас вот поехал, заехал, но разбил зеркало, но еще не съехал вниз. Здесь нужно в экипе ехать и
На шашечках, а не на сликах. На ночь сюда забуриться с костром. А, шашлыки жарит. В Альпурге его ночь. Заросли бамбука. Куда-то дорога. Ну чел вроде не советовал здесь ехать. Наверное, очень стрёмная дорога. Как лучше отсюда доехать-то? Можно по такой дороге поехать, что там и вообще не доедешь. Так, это секретное место. Так. Дорога попроще здесь. Это же где я зеркало разбил? То же самое место же вроде. Только здесь. Второй раз чуть не упал. Ага, вот она развилочка. Кротовые норы. Здесь вот это вроде дорога должна быть легче, чем та, по которой я поднимался. Можно даже мотор погасить, и все равно будет крутиться. Погодь, это опять то же место. Вот как. Ну туда точно не надо ехать. А как же вниз? Что-то я заблудился в трех соснах. Так, погодь, а сейчас-то мы куда едем? Просто вверх, блядь. Не, блин. То есть дорога неохота назад ехать. Давай еще раз попробуем.
Да нет, там некуда больше ехать. Ну, поехали, посмотрим. Уж слишком неохота ехать той же дорогой. Даже пусть будет такая же хреновая, но другая. Будет не так мрачно, скажем так. Так, это то место, где я уже падал два раза. Неудачное место. Не выпускают меня духи, вот. Не выпускают. Так, можно вот здесь попробовать проехать еще. Вниз, да? Я не знаю. Если хотя бы следы есть чьи-то, то может быть мы сползем. Да, чьи-то есть. Здесь какие-то ехали. Красачи. Ну, раз красачи ехали, мы тем более проедем. Просто придется на руках нести мопед. Блин, вот тебе еще не угораздило после дождя ехать, когда здесь видишь чего. Размыло. Если бы не дождь, было бы проще. Ну, не сказать, что прям уж такая простая дорога. И куда здесь? Туда или сюда? Лучше пока ехать по следам красачей. Ну вот, это надо на себе тащить, вот здесь, лучше не ехать. Без экипировки тем более. Стоять! Стоять куда? Мотик-то куда?
без меня ломишься так. Вот он даже не стоит. Приходится держать. Потом он цепляется за камень и через камень перетаскиваешь. В общем, ревзе нужен красач, это уже издевательство. Как я превозносил возможности грома, все-таки здесь его способности кончаются, когда его несешь на себе. Это уже чересчур. Слушайте, а я уже все, по-моему, съехал. Ну, съехал куда? И куда здесь? Вообще непонятно. Ну, я вижу следы вроде вперед идут. Ну это все. Я его уже из этой дыры, наверное, не выдерну. Тебе можно дать задний ход и попробовать по той стороне. Что это? Вот это да! Надо с лопатой ездить. Сейчас дорогу смыло. Я бывалый эндурист. О, фазан. Мы еще на большой высоте, судя по всему. Вообще не спустились никуда. Может, даже едем назад. Что-то знакомое место. Только в прошлый раз медуза здесь плавает. Нахуя там медуза? И что это за сопли? Вот это прикол будет, если опять кольцо сделал и вернулся на то же место. Не, вроде, слава богу, не на то же. Может кружить. Кружить как. Как бабочка. В
Не, парень, без экипа. Веди, веди руками. Он не держится, нифига. Ёптер. Это знакомая дорога. Мне кажется, я здесь и заезжал. Нахрен я здесь оказался снова? Я же другой дорогой хотел поехать. Кружил, кружил. Все равно попал туда же. Ну ладно. Не кружить же заново. Будем ползти. Ползти, где ползется. О, даже вниз тащить тяжело. Думаете, он же сам? Нет, ребята, я его то держу, то он зацепляет за камни. Не катится. Да, глина, камни. Камни в песке, в глине. Так, надо вырубать двигло. Блин, это то же самое место, где я был. Где мне казалось, что я уже все, приехал наверх. Вот посередине проехал. Так же езжай назад посередине. О, нормально. Пропилили. Моторчик остыл. Но это далеко не конец. А небольшая передышка. Хорошо, хоть бензин есть. Не ожидал, что столько здесь придется ехать. Я уже думал, здесь чуть-чуть вот в нереальную гору и все. А здесь такие лабиринты. Конек, бедняга. Так. Thank you.
Да, еще жалят насекомые. Самый неподходящий момент, как будто они знают, что тебе не до них, сейчас смогут выпить твою кровь. И не продезинфицировав жало. Гиперандура. Такими тропами ехать. Ну вот видите, что бывает, когда не умеешь вовремя остановиться. Можно же было сюда не ехать. Не думаешь, еще чуть-чуть проеду, пока могу. Мы просто еще находимся на огромной высоте. Да, вот здесь вот я еле-еле заехал. Там в конце камень. Что будем делать? Ползти. Здесь держит шины. Шины держит. Подсыхает, что ли? Почти не ползем. В мотоботах в полном экипе ездить в таких камнях. На красоте. Сразу ужалили несколько штук, как будто ждали. Ну вот, поползли. С залоченными колесами, конечно, съезжать неприятно. Ну и разгоняться тоже я не хочу. КМЛ Трофи. Так. Вот справа я уже ехал, и там... Мне удалось вроде проехать. Или я все-таки свалился? О. Так. Дичь, конечно, дичь. Вообще. Но я уже начинаю понимать, как по таким местам ехать. Главное не спешить. У нас просто в лесах камней таких не было у нас. Песок, глина. А здесь в горах... И булыганы. Их еще, наверное, специально привезли, чтобы
грузовик сюда какой-то ездил. Походу, все самое страшное позади. Уже пол дороги проехали. А дальше уже проще. Да, грузовик здесь какой-то ехал. Но все равно разгоняться не надо. Камни торчат везде. Ну вот, все уже знакомые места. Вон оно. Знакомое место. Наполовину спустились, даже больше половины. Здесь уже дальше проще. Ну, вот, все равно торопиться не надо. Пока еще скользко. Бамбук. Хова. Все. Выехали на ровную землю. Дерево меня благословило веткой по ебалу. Природа попрощалась. Типа, приезжай еще, дурачок. Может быть, здесь сдохнешь. Нам свою кровиночку принесешь, жертву. Такая красотища. Святые места. Вот в каких местах надо жить. Не, ну, конечно, есть еще лучше, там, Пимай, Бурерам, где там, ну, не сам Бурерам, а там в окрестностях, где империя кмеров. О, кайфец. И мы с вами уже выехали в знакомые вам места, которые мы уже вам показывали. По-исанскому красиво, даже по-индийски так чувствуется атмосфера такая Индии. Но не Индии в плохом смысле, а как это сказать. Но в таких местах индуизм обычно был. Красиво. Голубой фазан. Ну ничего себе. Ну это, наверное, разводят их специально. Вряд ли он здесь сам живет. Какие-то уточки, что ли. Я не знаю, кто это вообще. Прикольные. Кур-кур-кур-кур-кур-кур. Еще священное дерево. Хоть не баньян, но оно такое. Видно, что намоленное. Какой-то рапс, что ли. Красиво цветы.
Лошади ходили, вот поло здесь. Ой, лысое дерево. Поля с клумбами. В прошлой серии, которые были. О, автомобиль чей-то. Ну все. Заехали мы с вами, ребята, уже в цивилизацию. На село. Ну сейчас еще вон до того дерева доедем и переставим камеру вниз. Для пущего эффекта. И заодно моторчик немножко остынет. Хотя он и не перегрелся. Он в порядке.